Сколько тебе лет, Мозес? Мне 20. 16. 20. Мне 23. Мне немножко не по себе от этого. Ты так изменилась. Что ты сделала с моей дочкой? Я убила ее. Чего уставились? Валите отсюда! Мила просто одержима этим парнем. Как это называется? Это какой-то стиль? Это называется крысиный хвост. Так вы представляете себе крыс. Я сделаю все, что захочешь. Пожалуйста, останься. Мила, он угрожал мне вилкой для мяса. Ты угрожал моей жене вилкой для мяса? У моих братьев сегодня вечеринка. Пойдем? Твоя мама знает, где ты? А твоя? Давай, расправь крылья. Когда ты концентрируешься, твоя игра может наполнить все сердце. А эти птичьи крики звучат просто глупо. Я думаю, что мир не будет уже таким большим и непонятным, если мы станем целеустремленными. Но это не означает, что нужно жить бесцельно. Это неразумно. Это же первая любовь. Мозес! Ты мне не нравишься, но у Милы сейчас должно быть все на свете. О, Мила. У меня выпали волосы. Так гораздо круче, чем когда я тебя стриг. Когда я тебя встретила, мне казалось, что ты ничего не боишься. Зачем ты пришел? Я хочу быть с тобой, Мила. Мила, у этого парня проблемы. И у меня тоже. Не могу представить себе родителей хуже нас.